Україна! Так було, є і буде! Ці обманювати, говорить, що дам за, либо то, где прячеться. Поэтому, когда мы уезжали, мы ехали через Васильевку, и нам какой-то бородатый, страшный мужчина, жуткого вида, он сказал, вы больше сюда никогда не вернетесь. А я верю, я боец по жизни, я верю в то, что я вернусь в Мариуполь, и он будет украинским. Поэтому я сюда сегодня пришла, чтобы выразить свою позицию. Я прожила 50 лет в этом городе, там жили мои родители, он всегда был и будет украинским. Це Україна! Маріуполь – це Україна!